Перед началом этого видео хочу напомнить о подписке на этот YouTube-канал. Мне осталось совсем немного до 10 тысяч подписчиков, и я буду благодарна каждому из вас, кто поможет мне достичь моей маленькой цели. Возможно, именно твоя подписка станет решающей, поэтому прямо сейчас переходи под этот ролик и жми на кнопку «Подписаться», если ты, конечно, еще не подписан. Заранее большое спасибо! Распаковка? Да. Ну, кстати, черные гелевые ручки тоже похвастаются. Они везде пригодятся. Ой, ой! Лейди. Форма для... А, смотри, кстати, видно. Да, да, класс. Это чай? Все розовые, все розовые. Да, это чай. Чай классный. Не, ну, мне понравилось. Сразу видно, сделано вот с душой. Учтены интересы и выживания. На встречу выпускников. Да, на встречу выпускников. Мне принесешь, короче, Among Us, большой набор косметики. Dolce Milk, носки с авокадами. И все. Замазочка. Это очень круто. Это очень круто. И ручки. Слышите, если было 2000, то еще. Она матовая. Нет, может быть. Презентация. Так, первое полугодие уже подходит к концу, я очень этому рада. Все оценки у меня получилось исправить, по физике у меня теперь баллы 4,60. Сегодня мы написали последнюю контрольную. По алгебре у меня тоже была спорная оценка, я написала пробник на 5, на 18 из 21 балла, это пятерка. И мне ее продублировали и на алгебру, и на геометрию. Поэтому по алгебре у меня теперь балл 4,53, и это точно 5. Мне уже почти все выставили. Я немного приболела, надеюсь, до Нового года я успею поправиться. Я сегодня написала гигантский пост в свой телеграм-канал, кстати, где подвела итоги года. Поэтому, если вам интересно узнать, как я провела 2022 год, обязательно переходите в мой телеграм-канал, подписывайтесь, читайте посты. Их я стараюсь делать регулярно. В общем, все. У меня все хорошо. Сейчас приришала свой вариант олимпиады регионального этапа в СОЖ с того года, который я решала в Балашихе. И тогда у меня было 66 баллов за все разделы. За письменный тур у меня было около 40 с чем-то. Это, мне кажется, очень мало.
В этот раз я все сложила. За райтинг я поставила 20, потому что у меня не была решена коммуникативная задача. Поэтому я могла набрать максимум, но мне сняли 6 баллов, потому что я просто перепутала грамматические конструкции и использовала не ту. 20 я поставила за говорение, потому что у меня за устный тур на муниципальном этапе 20 баллов, и в целом они почти ничем не отличаются, факт-файл на регионе даже гораздо проще. И в итоге у меня получилось 79 баллов, это уже, скорее всего, призер, но проходной балл на все раз вроде бы 91 для 11 классов, если я не ошибаюсь. Очень обидная ошибка у меня в Use of English, я думала, что это слово тут будет, instinctively, но я посмотрела случайно, неправильно посмотрела по пропускам букв и подумала, что оно сюда не подходит, а на самом деле оно подходило. Здесь, конечно, все грустно, очень странное было объяснение такому простому слову, поэтому я не догадалась. Вот здесь тоже странное слово, schooling я вообще не знала, injustice и enabled, вот, кстати, очень простые слова, и жалко, что я пропустила 2 балла, могла бы и прорешать. Зато меня радует listening, весь раздел. У меня всего 2 ошибки. Это очень хорошо. То есть я даже делаю хорошо integrated. И, кстати, 2 ошибки у меня именно тут. Только в тексте. На самом деле ее не было нигде. Очень глупая ошибка, но нужно немножко порешать, и все получится. На самом деле у меня на регионе здесь было очень много ошибок, потому что я половины не слышала. В нашей аудитории был мальчик, который стучал с железным значком по деревянной парте, создавал шум, потом еще стучал ногой, и я не слышала только на тех моментах, где у меня были сомнения, и там у меня неправильные. Сейчас я все услышала, и у меня поэтому все правильно. Reading тоже хорошо, здесь чуть-чуть побольше ошибок, но в целом не критично, нужно просто повчитываться, попривыкать к формату, и все будет хорошо. Больше всего проблем у меня сейчас с юзом, здесь нужно и страноведение учить, и вокабуляр тоже расширять. Ура! Я буду рисовать свою первую картину по номерам. Это пионы против. И как разобраться в этой схеме? Спасибо большое. Очень приятно было иметь с вами дело. И вот такие кисточки. Ну, конечно, большая, и я никогда не делала картины по номерам. Но я надеюсь, что у меня все получится. Вроде бы это не так сложно. Я тут еще гирляндочку положила такую. Я думала, она будет желтая. Вообще-то мама у меня в основном заказывает. Я вот чисто так заимствую немного и декорирую комнату. И вот так это выглядит. Компьютер, гирлянда и все как обычно. Сейчас я начну эту картину. Буду отдыхать вообще все каникулы. Сегодня в школу не пошла, хотя у меня 2 дня еще уроков. Мы учимся до 30-го. Но мне как-то пофиг, поэтому я буду рисовать картину. Кстати, ее надо перевернуть. Вот так. Здесь пионы будут вот такие вот. Буду отдыхать. Потом, когда закончу рисовать, мы с вами немного поболтаем, и я расскажу вам о том, как я планирую отдыхать во время новогодних каникул, и почему я как минимум 5 дней новогодних каникул не буду притрагиваться ни к чему, хотя у меня на носу ЕГЭ.
much brighter. Is it just your eyes that have lit something in me? Итак, почему же я все-таки буду отдыхать во время новогодних каникул, хотя я обычно очень продуктивно занимаюсь, спасибо все каникулы. На самом деле я приняла для себя такое решение, потому что в следующий раз, когда я смогу нормально отдохнуть, будет только после моего зачисления в университет. Это примерно середина августа. То есть, понимаете, да, еще полгода нужно будет усердно работать, и нормально выдохнуть я не смогу, пока не поступлю. Поэтому я приняла для себя такое решение набраться сил перед вторым полугодием, перед экзаменами и перед поступлением. Плюс у меня еще олимпиады, подготовку я не прекращаю, но все-таки 5 дней каникул я точно буду отдыхать и ничего не делать. Как минимум у меня есть вот эта картина, и также я планирую много гулять со своими друзьями, потому что, как я выяснила, это действительно помогает разгрузиться, расслабиться и реально отдохнуть. Чтобы вы понимали, последний месяц я отдыхала буквально сном. Я приходила после школы, ложилась спать, просыпалась и начинала заниматься своими делами. И только так я могла просто перезагрузиться, отдохнуть после школы и начать работать с новыми силами. В тот день, когда я решала свою олимпиаду с регионального этапа в СОЖ, я потом пошла вечером со своей подругой прогуляться, вернулась домой, и реально как будто я целый день ничего не делала. Я поняла, что такой вариант — это действительно для меня вариант отдыха. И это реально тот способ, благодаря которому я могу отдохнуть, расслабиться и набраться сил. Возможно, я найду еще какие-нибудь способы, как я смогу отдохнуть. Пока что я нашла только два. Это рисование и прогулки. Возможно, я буду чем-нибудь еще заниматься. Скорее всего, я буду читать очень много во время каникул. Но это не значит, что я буду читать какую-то научную литературу, скорее всего, что-то будет такое расслабляющее, по типу художественной литературы, либо по типу научпопа, такой бизнес-литературы, но не как 7 навыков высокоэффективных людей, что-то типа того, но другое. И поговорим еще с вами про подарки. У нас появилась такая традиция с мамой, что она мне всегда дарит подарок чуть-чуть пораньше. Это у нас началось примерно с 20-21 года, когда я попросила у нее бокс косметики Vivienne Sabot. Точнее, это был не бокс, а просто я покидала ей ссылок, то, что мне нравится, и она это купила и подарила мне ее чуть-чуть пораньше. В этом году это вот такое масло для губ от Dior в оттенке 001. Я его на самом деле еще хотела купить 9 апреля, когда сама ездила в Золотое Яблоко. Но, к сожалению, там вообще никакого оттенка не было. И в этот раз они завезли очень много вот того оттенка, самого популярного, 01. Это стандартный розовый, есть еще такие разные малиновые, вишневые, красное дерево. Я выбрала вот этот, потому что он самый стандартный. Он очень круто увлажняет губы, долго держится. Единственное, как его можно смыть, скорее всего, или убрать с губ, это просто поесть. Вот по-другому он у меня не убирается. Он немножко подсыхает, становится гуще на губах. И придает очень классный оттенок, что-то типа тинта. Если у вас нет идей для подарка, я знаю решение. Спасибо моей маме за то, что согласилась сходить в Уфи Молл и купить вот это чудо. Ну и это было все видео. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. И мне удалось замотивировать вас на отдых во время новогодних каникул, на разгрузку и на начало нового года. К сожалению, это последнее мое видео в 2022 году. Я надеюсь, что вы этот год провели продуктивно, у вас все получилось во время этого года. Обязательно подведите итоги 2022 года и ставьте цели на новый. Всем пока! Everyone's around.